Вот группа «Календарь», которая сегодня и пела, и играла. Я думаю, что тут многие узнают эту группу, потому что ходили сюда на танцы в этот дворец играть. Ну, под группу «Календарь» всегда хорошо плясали. И не только плясали, но и хорошо отдыхали, потому что группа «Календарь» еще объездила, начиная от Кохла-Ярви и заканчивая Камчаткой, практически всю страну. Мы никогда не говорили о любви с тобой. Опа! Ходили вместе и дружили, как никто другой. Но вот нам по 17 лет, весна разлила свет. Но кажется, любви у дружбы нет. Когда она придет и сколько нам придется ждать? И кто сумеет это чувство точно предсказать? Группа «Календарь» образовалась в 86 году. Тогда называлась группа АДК, ансамбль ДК культуры, ну, профсоюзов подразумевается. Собрались тогда выходцы из группы «Вечи», это в моем лице, и Александр Киблер. Володя Копсов тогда только пришел с армии, и мы практически вот отталкиваясь от троих нас, создали коллектив в короткое время, то есть взяли молодых тогда еще ребят, совсем 15-летних, Диму Синицына, Мишу Москалева, потом у нас там несколько было барабанщиков, они постоянно менялись, потом Алексей Козырь навлился в коллектив, тоже из группы «Вечи». И мы заявили о себе в 87 году, когда у нас был музыкальный ринг, и тогда впервые объявили название группы, группа «Календарь», потому что был объявлен конкурс. И самое лучшее название, которое нас устроило, так как у нас музыка была объемная, то есть играли в различных направлениях, два совершенно разноплаванных вокалиста было. Что и, за направление? Ну, когда мы работали танцевальную программу, у нас была танцевальная музыка. Когда работали концертную программу, у нас было такое... Первое отделение, оно было более жестким и более роковым, а потом переходили на шоу. То есть мы первые начали танцевать брейк-данс, у нас в Новгороде, сами же музыканты танцевали, хохмили на сцене, устраивали всякие смешные штучки. Но люди, которые у нас были на концерте, кто еще помнит наш коллектив, наверняка по-доброму, по-теплому нас вспоминают. Леша Дакимов, он работал в «Говорящих гитарах» в Псковской филармонии. Он здесь сегодня. И хочу сказать, что немаловажную роль занимают ребята, которые работают с аппаратурой. Вот. Ну, аппаратура это, ну, как-то
сердце, наверное, коллектива. То есть от того, как все будет звучать, от того, как все это будет, тогда и подача будет такая для музыкантов. Я хочу, чтобы мы все вместе с вами поприветствовали одного человека, который сидит за кулисами и дает такой классный звук. Еще один заслуженный артист «Веселой горки» – Борис Новожилов! Сейчас Боря получит свой паек в виде цветка, рюмки водки, плова. Леша, где? Где это все? Покажи. Вот этот герой. Вот смотрите, вот у Леши все в руках. Боря! Ура! Саша Филинков, закали на грудь, приколи. Итак, всем приветствуем. Живой звук, Борис Новожилов. Yes! Друзья мои, я хочу сказать, что это один на сегодняшний из действующих звукорежиссеров, который постоянно в тонусе, который обслуживает все лучшие концерты в нашем городе, который помогал нам и в группе «Календарь», и в группе «Вечи». Это такой молодой парень, сильный, широкий, большой. Благодаря ему сегодня у нас все звучит. Спасибо ему. Борька все это организовал. Это тоже, можно сказать, один из наших спонсоров, потому что он здесь работает. За деньги. Я ходил седой дорогой, ох, Иван дурак. Да сыскал земле убогой, сам не зная как. То, что выше неба и светлее слез, полной горстью зачерпнул и тебе принес. Как боясь пролит, поспешал домой, там, где ивы сплели косы над рекой, где серебряный бор да резной лист над лазоревой водой птичий пересвист. Добродил, видно, долго гулял под лес. Я за счастьем дорогу, а ты под венец. А но шот ладони, да как о нем прок, раз отдал другому, если не сперек. Шепоток берез, тот твой смех свирель, да русалочий плес, медуницы хмель. Сон рассветных роз, вечеров теплынь, мягких губ твоих, мяту да полынь. Пошла на лад, ты стал усат и бородат. Твоя подруга просто глад, я за тебя ужасно рад. Братишка, жизнь пошла на лад. Братишка, жизнь пошла на лад. Братишка, твой уютен дом, как хорошо, как тихо в нем. Пусть
силуэт ветер за окном. Здесь чай горячий с коньяком. Братишка, жизнь пошла на лад. Братишка, жизнь пошла на лад. Брат, брат, неужели все было вчера? Там, там, у далекой черты. Брат, брат, неужели мне тоже пора стать, стать таким же, как ты? Вы в группе ГПД отношения имеете, это постольку поскольку? То есть, допустим, я помню вас по группе «Постскриптум». Ну, вряд ли вы можете группу «Постскриптум» помнить, потому что вы... Это было, во-первых, более 20 лет назад, ну, точнее, 20 лет назад, 18 лет назад. Вряд ли вы можете ее помнить. Но суть не в этом. Ну, группа «Постскриптум» — это было давно, хорошо и здорово. Многие из нее... Многие музыканты из нее вышли, то есть... Это была такая хорошая кузница кадров. Вот. А к группе ГПД непосредственно отношение все-таки имею, потому что я в течение года работал у них звукорежиссером. Поэтому, поскольку Цветкова нет, заменить его мне достаточно легко, потому что я знаю материал, и поскольку я умею играть на бас-гитаре, так как еще одного участника ГПД тоже сейчас нет, он сейчас живет в другом городе, и он не смог приехать на этот праздник, к сожалению. Так что пришлось заменять сразу двоих. И бас-гитарист, и вокалист. Все начиналось достаточно прозаично. Школьные вечера какие-то, свадьбы по столу. Дальше больше, дальше потом вот институт. Я еще, правда, в школе учился, но уже меня взяли в «Постскриптум». Хотя мне тогда было всего, дай бог памяти, 17 лет. Но все-таки вот это уже это 80-е годы, конец 70-х, да? Тогда как бы уже началась зарождаться, можно сказать, не знаю, более-менее такая именно рок-н-ролльная музыка. То есть там вот группа «Постскриптум», «Гонг», вокально-инструментальные ансамбли уже начинали отживать. Вот. Я бы так не сказал. Тут вопрос идет чуть-чуть по-другому, потому что вокально-инструментальный ансамбль, просто они как бы пользуются чужим материалом. Мы же в «Постскриптуме» еще в первом составе сознательно отказались от каких-то чужих произведений, начали просто делать свои. То есть практически мы были одним из первых групп, которые начали делать свои, то есть полностью программы из своих вещей. То есть до нас были такие группы, как «Большое приключение», очень интересная команда. Вот. Они тоже делали свои вещи, но, тем не менее, разбавляли их какими-то западными произведениями, если, допустим, Deep Purple, Uriah Heep и так далее. Мы же сознательно делали программу непосредственно на русском языке и полностью из своих песен. Братишка, птицы все летят к зиме туда, весной назад. Без нас стояли и стоят Москва, Париж и Ленинград. Братишка, жизнь пошла на лад. Братишка, жизнь пошла на лад. Брат, брат, неужели все было вчера? Там, брат, брат, неужели мне тоже пора стать, стать таким же, как ты? Вот я вижу, в отличие, допустим, от многих сегодняшних здесь гостей, в майке Pink Floyd, опять же, к разговору о рок-н-ролле, да, как бы, как вообще относитесь к этому празднику? То есть здесь все-таки здесь люди... Ну, довольно респектабельные, идут в футболка, Pink Floyd и так далее. Ну, дело не в том, что, вы знаете, вот на Западе, когда я работал, допустим, там я видел очень солидных людей, то есть очень взрослых, солидных людей, которые, допустим, считали за счастье иметь рваную майку такой группы, как Grateful Dead. То есть это уже
Если вы знаете, это определенный стиль жизни, что такое Grateful Dead, это команда, которая путешествует, и с ней путешествует целая семья, целый табор, целый, в общем, шквал поклонников. Но суть не в этом. То есть майка ничего не обозначает, важно содержание. А отношение к этому празднику – это здорово. Единственное, что у меня вот чуть-чуть бы получше организация, потому что есть такие вот чисто организационные моменты, которые, допустим, мне лично как бы несколько не близки. Но это все, я думаю, что это будет учтено, и в следующем этот праздник будет более организован и более интересен. Ну что, допустим, могли бы вы предложить, допустим, на следующий праздник, чтобы можно было добавить? Больше музыки, меньше текстов. Это я что-то немного не понимаю. Вы понимаете, очень много разговоров. Дело в том, что праздник музыкантов предусматривает общение непосредственно музыкантов. Тот же самый джем-сейшн. А тут как бы получился такой банкетный концерт. То есть мне бы очень хотелось со многими музыкантами просто поиграть. Просто вот взять и сыграть что-то, хотя бы какой-нибудь традиционный рок-н-ролл. Неважно, что я буду в нем делать там. Петь, играть там на бас-гитаре или на гитаре. Или все что угодно. Просто прыгать по сцене. Но это будет интересно, это будет живое. А тут просто произошло как бы вот запланированный концертик. То есть такая хорошая солянка. У нас это было клубное мероприятие. Если бы была бы только одна музыка, но это бы называлось гала-концерт. А так как это клубное мероприятие, и собрались люди, которые много лет, более 20 лет некоторые друг друга не видели, хотя в свое время играли вместе. Естественно, нужно было общение, нужно было показать этих людей, легенды наши звезды, кумиры тех лет. И нужно их было пригласить, вывести на сцену, чтобы они что-то сказали. То есть люди обнимались, целовались. То есть это было такое вот и музыка, и общение, и хорошее настроение, и ностальгия, и теплая атмосфера. То есть, в принципе, я считаю, что праздник получился именно за счет того, что была создана вот именно вот эта вот приятная, добрая аура, которая объединяла всех. Это и музыка, и отношения между людьми. Очень хорошее впечатление о празднике. И спасибо ребятам, вот оргкомитет, они очень хорошо поработали, собрали всех. И спасибо, конечно, всем музыкантам, которые пришли, которые не забыли, и даже те, которые не выступают по тем или иным причинам. Кто-то подзабыл уже, кто-то уже от этого отошел давно, но музыку-то любят все, вот это главное. По жизни во всем мире существует масса праздников, но море праздников существует, и везде музыканты. От конго-барабанов, от шаманов, от королевского оркестра, это все есть. Но профессионального праздника у музыканта нет. Это как сапожники без сапог. И вот сегодня, вот впервые здесь, в Новгороде, мы почему-то вот так вот сходняк такой сделали, собрались. Ну и фактически мы, наверное, ленту перерезали, да, начало сделали. И идет такой разговор. Если сегодня это все пройдет нормально, то, возможно, войдет это в традицию и будет в следующем году. И так дальше. Потому что уже, когда мы вот сидели оргкомитетом, заседали, звонили со всех сторон, и ребята говорили, почему вы струнников не приглашаете, почему вы этих не приглашаете. Мы сказали, ребята, у нас не хватит места, мы просто не ожидали, что будет так, кто, каждого свой цех. Да. И в результате, мы сказали, что со временем, в следующем году, в другом году, все как-то будет, вот это вот единица будет. Вы все-таки будете обращать внимание именно от тех музыкантов, которые вот играли тогда, или, может быть, от тех еще, кто сейчас пытается что-то делать? Я думаю, что мы просто сделаем объединим, большую площадь. Объединим. Любой музыкант, даже он, если играет на балалайке, что мы очень сильно уважаем, даже если он играет на струнных инструментах, на скрипке, там, в другом симфоническом оркестре, да, в вокально-инструментальном ансамбле, он все равно музыкант. Поэтому эта традиция, наверное, будет приумножаться и расширяться. Я бы, конечно, хотел отдать должное главному идейному вдохновителю этого праздника, это Петру Агапову, это музыкальному руководителю ансамбля клуба «Диалог», потому что он толкнул паровоз этот и долго подбивал на то, чтобы создать этот праздник. Ну и у нас собрался такой очень хороший творческий коллектив организационный в лице Любы Камбора, которая тоже очень большую работу выполнила в создании этого праздника. Анатолий Павлович Малышев, который предоставил
базу для репетиций. Потому что сейчас музыканты уже многие не имеют ни базы, ни инструментов, ничего. И в этом была, конечно, большая необходимость. То есть возник такой большой сплав людей, которые были заинтересованы создать этот праздник. Илья Зазуленко, пожалуйста, выходи сюда. Да, я уже люди. Спасибо Анатолию Павловичу, он дал возможность всем репетировать у себя на базе в любом оркестре. Алексей Евдокимов. Леша Евдокимов, студия МИФ. Александр Дынский, Саша. Саша Дынский. Саша Дынский. Петр Агапов. Петя. Петя здесь. Петя здесь. Красиво. Анатолий Степанов. Анатолий Степанов. Леша. Коля. Коля. Коля Кучеренко. Он же Валера Гиммлер. Коля Кучеренко. Дедка Гиммлер, наш дорогой. Вот пусть знает страна своим героем. Ребята, а сейчас я хочу поблагодарить всех участников этого вечера. Я имею в виду организаторов этого вечера. Вашими бурными аплодисментами. Давайте. Если вам понравилось все здесь, вы будете просто счастливы. Слава Большаков! Слава, иди к нам! Слава! Ребята, я хочу вам сказать, что сегодняшний вечер нам помогли сделать, ну, немало людей, понимаете? Это персональные имена, это фирмы, которые очень много потрудились, они в нас поверили, понимаете, в то, что здесь будет уровень, здесь будет хорошо, и им, и нам. Спасибо вам большое всем, ребят, всем, кто зависел нам. Спасибо большое шоу «Покорет», потому что еще доставили нам здесь возможность. Благодарю профсоюзов, Галине Сергеевне. Спасибо нашим спонсорам, Геннадию Березину, фирме «Деймос», ООО «Ирина». Акционерному обществу «Алкон». «Абакумбанк». Тоже дал поддержку. Ребята, пожалуйста, если кто-то сегодня остался немножко обиженным, обделенным вниманием, не обижайтесь, все еще впереди. I know you know me, baby. But you know what, tell me so. Yeah, I love you, love me, baby, but you never tell me so. If you don't tell me that you love me, I'll all night long play the blues. Yeah, one more song in particular, baby, always sticks in my mind. Yeah, one of those songs particular, baby, always sticks in my mind. Every time to play, baby, I survive in the cry. And across the street, number two, more green, baby, and all night long I play the blues. And across that street, number two, bone, baby. Oh.